Упс! И пролетела мимо пятизначная зеркальная цифра у банкноты 1000 тенге, которая лежит на байковой поверхности 17 июня. А всего-то вот одна циферка стала не на свое место. Если бы четверка была бы на месте единички, а единички на месте четверки, то была бы пятизначная зеркальная цифра 1, 7, 9, 7, 1. Но этого не случилось. Эта злосчастная четверка помешала пятизначной зеркальной цифре. Поэтому банкнота крупно упсанула. Лоханулась, если можно так сказать.